Здравствуйте. Получили с сайта Gearbest вот такой отличный фонарик. У меня уже был такой фонарик, но я его, к сожалению, потерял. И опять дождался акции, когда будет распродажа на сайте, и купил. Стоил он, значит, около $20 в результате обошелся. Это что-то примерно 1200-1300 рублей. Почему он мне понравился? А, нет. Он пришел в такой жесткой коробке. Видите? Не промнешь ее. В изумительной комплектации, с чехлом, правда, чехол такой, ну, компактный, но тяжело засовывается он сюда. Сейчас покажу. Прям впритык. Это потому, что он без... Сюда вставляется аккумулятор 18650. Значит, в комплекте идет зарядка, которая вставляется вот сюда. То есть можно аккумулятор заряжать, не вынимая его. Вот смотрите. И, соответственно, в пауэрбанку или куда-то еще. Это, значит, разъем закручивается здесь, чтобы защитить от влаги. Я проверял, между прочим. Он действительно водонепроницаемый. Что еще здесь? Ага, значит, вот это вот кольцо, в смысле веревка регулируемая. Ну, клипса. И тут еще запасные резинки. И запасные вот резинки уплотнительные. Ну и против влаги впитывающие. В целом фонариком очень доволен, поэтому еще такой себе заказал взамен потерянного. Всем рекомендую. Спасибо.